Всем привет! Мы продолжаем подглядывать за съемками реалити-шоу «Реальные кабаны». И сегодня мы приехали в Академию ММА для того, чтобы посмотреть, как умирают ребята на первой тренировке. Девчонки, а что это вы тут делаете? Если честно, мы отсматриваем вторую серию «Реальных кабанов». Или первую? Вторую. Вторая. Где раскрываем каждого участника. Да, это очень интересно, мне так здорово смотреть. Чудо-нарезки. Слушай, ну это в этой серии, да, как раз зрители узнают, кого же отобрали. Да, именно сегодня. Сегодня это вечером выйдет на просторы интернета. Мы напоминаем, что все выпуски можно посмотреть на YouTube-канале Париматч, и самый свежий из них выходит каждый четверг. Ребята, живы? Да, живы, здоровы и даже, мне кажется, бодры, свежи. Что такое было самое сложное? Что можно мне сейчас показать на мне просто, прям сразу же? Блин, ну ладно, я вход ноги могу показать. Я шучу. Короче, это не для девчонок. Не, ну если захотите, можно попробовать. Я думаю, что здесь нету гендерных различий. Рустам, привет. Привет. Сегодня первая тренировка. Как оцениваешь ребят? Ну, скажем так, у каждого разный уровень подготовки. Оставляю желать лучшего. Есть у нас отдельные личности. Мы им всем отдали кикухи. Да. Ну, позывные, да, так скажем. Это самый лайтовый, можешь сказать? Мексиканец. Подумать, кто же это мог быть? Да, все будет понятно сразу. У него, я считаю, самый высокий уровень физической подготовки. Все остальные, ну... Мы начали с лайта. Честно, мы начали с лайта, мы думали, что так их разгоним, и потом посмотрим, что они из себя представляют. Но мы поняли, что даже лайт для них слишком тяжело. Слушай, ну будешь ставить на кого-то? Ты уже есть у тебя пацаны, которые ну точно вырвутся в пятерку хотя бы? Да, есть, так сказать, основные. Есть те, кто как личности мне нравятся сильные. Есть люди, которые, в принципе, физическими какими-то кондициями и характером. Очень сильный. Ну что, каждый четверг не пропускаем оригинальный выход на YouTube-канале Париматч. А если вы зайдете на сайт в раздел развлечений, то обязательно найдете линию ставок на реальных кабанов. Я уже свою сделала.